Всем привет! Сегодня будет обзор заказа из интернет-магазина «Любимый Василек». Одежда на любой вкус и на любой кошелек. Ссылочку я оставлю в описании под этим видео. Сейчас начну вам показывать, что я заказала. Это вот такие штанишки. Красивый цвет полынь. Сейчас вам скажу. Заказала в размере S. Джоггеры женские Life. Очень крутые джоггеры, ребята. Не вытягивающиеся, внутри идет такая ниточка специальная синтетическая. Ну, классные, классные, здесь нечего даже говорить. Цвет такой я очень люблю, у меня глаза немножечко зеленые, поэтому мне идеально подойдет. Эти джоггеры стоили 956 рублей. К ним в комплект, чтобы у меня получился костюмчик, я подобрала вот такую футболочку. Она тоже в цвете полынь. Эсточка соответствует в размеру 42-48. Футболочка стоит 822 рубля. Сейчас надену все это вместе и покажу вам, как это смотрится. Давайте рассмотрим штанишки поближе. Резинка с затяжками. На кончик вот такие вот пластмассовые штучки. Снизу штанишки тоже на резинке. Очень хорошо все прошито. У этих штанишек есть глубокие карманы. Эта футболочка в стиле оверсайз. Очень хорошо сшита. Поверху идет резиночка по горловинке. Рукавчики подогнуты и прошиты. И низ футболочки тоже подогнут и прошит. Все очень красиво, качественно, аккуратно. Такой вот красивый-красивый цвет. Ребят, я заказала очень красивый комплект постельного белья. Это сатин с четырьмя наволочками. 2,70 на 70 и 2,50 на 70. Невероятно красивая расцветка, 100% хлопок. Прям вот не дождалась, открыла, потрогала, как я люблю, знаете, сжимаю, если есть такие заломчики, если ткань сминается, 100% хлопок, значит, передо мной. Я была очень довольна. Этот комплект называется Дис Прага. Ух ты! Ребят, я заказала в размере евро мини. И первое, что я вам хочу сказать, мои прям самые лучшие положительные впечатления, это то, что этот комплект вот в таком мешочке, сумочке. Смотрите, вы посмотрите, какая прелесть. Он продается в сумочке. Я в шоке, я в шоке. Смотрите. Даже если вы не будете хранить белье в этой сумочке, этот мешочек вам обязательно пригодится. Обалденный, очень красиво. Качество сатина великолепное, плотное, такое немножко шелковистое. Очень красивый материал, очень красивая ткань. Посмотрите, как переливается нежно. Но при этом это 100% хлопок. Видите, какие заломы? Давайте сейчас другое место еще найдем. Допустим, вот здесь, да? Ну вот, сами видите. То есть никакой синтетики, 100% хлопок, уже не терпится достать мне этот комплект. Посмотреть хотя бы наволочку. Вот смотрите. Какая красота. Эта наволочка 70 на 70. Невероятно. Очень красивая расцветка. Покажу вам поближе. Какой-то нежно-сиренево-голубой. Такие вот цветы. Тропики. Ну, согласитесь, очень красиво. А наволочки 50 на 70 идут вот в таком цвете. Очень красивый такой шелковистый сатин. Ни грамма синтетики, это очень хороший дорогой сатин. Этот комплект стоил
5838 рублей. Вы даже не представляете, как это смотрится вживую, какое качество материала, шикарнейшее. 100% хлопочек, хороший, плотный, приятный, обалденный. Выключила свет, оставила только светильничек. Посмотрите, как красиво. Ну, заправила пока только две наволочки. Нужно постельное белье постирать, конечно. Ну, вот знаете, чтобы посмотреть, прям не удержалась. Как жалко, что у нас сегодня пасмурно. Не могу вам показать вот эту всю красоту в реальности, как это выглядит. При естественном, обычном, естественном свете. Но поверьте мне, это очень красиво. Очень красиво. Вот этот цвет... Это какая-то нежная розовая пудра. Обалденный. И все так хорошо между собой сочетается. Очень красиво. Давайте откроем шторки. Я вам не показывала. Татьяна Викторовна с Анатолием Григорьевичем подарили нам цветочки. Это лотосы. Их у нас здесь вообще сжигают. Ну, просто так, знаете, как мусор. Начинаю утепляться и заказала себе очень красивый комплект, ребят. Этот цвет называется пудра. У меня есть классные серо-розовые кроссовки. И думаю, что зимой вот будет просто идеальное сочетание. Этот костюмчик с моими кроссовочками. Манжеты худи сделаны из той же ткани, что и само худи. Подогнуто в два раза. Все очень аккуратненько прошито. И низ худи также сделан, как и манжеты на рукавах. Есть кармашки. Кармашки не в боковых швах, а кармашки сделаны по типу кенгуру. Но это не кенгуру, это просто два кармана. Сзади кофточка выглядит вот так. И самое главное, у этой кофты спущенный рукав. Я это очень люблю, на мне это хорошо сидит, хорошо смотрится. Поэтому я заказала и с удовольствием буду носить. А, ребят, это не худи, это толстовка. Называется Арктика, цена 1502 рубля. И сейчас покажу вам брючки Арктика. Они стоят 1166 рублей. Тоже цвет пудра. Классная резиночка. Я заказала в размере 46. Кармашки. И, как вы видите, такая высокая, комфортная посадка. Мне кажется, что на холодное время года это самая идеальная посадка. Можно и колготочки одеть, если уж совсем дубак. Вот такой вот подклад. Мягонький. Очень-очень-очень крутой начес. Я вообще люблю Василька, вот такие вещи с начесом на зиму. Это, наверное, будет мой уже третий костюм с начесом. И я их ношу, ребята, вот прям до дыр, грубо говоря. Прям до дыр ношу, потому что я мерзляка. И как только становится у нас прохладно, я ношу костюмы только с начесом. И пижамы только с начесом. Костюмчик мне немножко большой, но это не проблема. Можно чуть-чуть вот здесь прихватить, подшить, и рукавчики сядут так, как нужно. Для меня это вообще не проблема. И то же самое со штанишками. Это я вам все показываю, чтобы вы имели в виду. Костюм классный, цвет красивый, но ростовочка у него, скорее всего, на 1,65 м и выше. У меня 1,60 м роста. Вот. Ну, смотрится, конечно, в нем удобно, в нем хорошо.
Посмотрите, как хорошо сидит капюшон. Он идет внахлест, горлышко хорошо закрывает. Если его надеть на головку, будет вот так красиво смотреться. Заказала комплект полотенец за 235 рублей. Называется он «Снежная зима». Посмотрите, какая красота. Сейчас откроем, поближе все рассмотрим. Посмотрите, какие картинки. Прям радость, новогоднее настроение. Кстати, на сайте «Любимый Василек» очень большой выбор полотенчиков. Обязательно зайдите себе что-нибудь, закажите, чтобы поднять настроение, почувствовать новогодний вот этот вот вайб. Я думаю, что вы обязательно найдете себе что-нибудь по душе. В общем, это рогожка. И еще, ну что немаловажно, здесь есть вот такой вот, вот такая петелька. Для меня это немаловажно, потому что мы не можем без петелек, мне приходится их самой постоянно пришивать, а тут уже все есть. Вот смотрите, красиво? Мне очень нравится. Такое праздничное нарядное полотенчико. Вот второе полотенце. И третье. И третье. Вроде кажется, что все они из одной ткани, с одним рисунком, но на самом деле все полотенца разные. А еще я очень люблю полотенца использовать вместо плейсматов на стол. Ну, знаете, тоже очень приятно, так когда садишься за стол, а у тебя какая-то красивая такая картина, ну, прям вот на самом деле картина перед тобой, стоит красивая тарелочка, ложечка, вилочка, кружечка, и прям настроение сразу поднимается. Поэтому полотенца я заказываю всегда, и с удовольствием мы ими пользуемся. А еще я заказала вот такой плед. Вообще я его заказывала для мамы, она меня попросила, потому что на сайте «Любимый Василек» эти пледы разбирают с бешеной скоростью. Это хлопковые пледы, очень крутые, очень красивые, хорошие, качественные, поэтому их разбирают. У мамы очень много пледов, у нее есть с коронами, у нее есть со звездами. И вот еще одно попросила она меня заказать со звездами. Я заказала, но потом она мне сказала, что она тоже успела, тоже заказала. Поэтому этот плед я оставляю себе, сейчас я вам его покажу. Хотелось бы отметить, что эти пледы очень красиво упакованы. Прям такая подарочная упаковка. И если вы кому-то хотите сделать сюрприз, я думаю, что такой пледик будет замечательным подарком, как для себя, так и для родных и близких. Посмотрите, какое оформление. Очень красиво. Он двусторонний. С одной стороны он белый, в бежевую звездочку. Но я бы сказала, что эти звездочки даже не бежевые, а какой-то цвет такой приятно бежево-золотистый, что ли. А с обратной стороны вот такая расцветка. Очень хорошо все прошито. И самое главное, что это хлопок. Ну, мы все любим натуральное, поэтому я думаю, что вы оцените. Так как я этот плед заказывала для мамы, то, конечно, я не угадала с размером, потому что у Лисы спальное место 1,90 м, а плед на 1,45 м. Поэтому этим пледиком можно укрывать ножки. Или можно, кстати, его постелить на наш диван в зале. Очень нежный, мягкий хлопок. Самые наиприятнейшие ощущения при прикосновении этого пледика к ногам. Хороший плед. Очень красивый. Очень современное и приятное сочетание цветов. Этот плед стоит 1108 рублей, и размер его 1 на 1,45 м. И последнее, что я вам еще не показала, я заказала 2 теплых одеяла на зиму. Они сейчас идут по очень хорошей цене. Стоят они 1626 рублей. Это одеяло всесезонное, размер 172 на 205. Ткань верха 100% полиэстер, а наполнитель полиэфирное волокно 80% и 20% хлопок. Стирать при 30 градусах. Давайте раскроем. Очень крутая упаковка, тоже из хлопка. Бренд Love Весна. Удобно будет хранить.
Не нужно вообще заморачиваться, где хранить одеяло. Свернул, а чехол уже есть. Свернул, упаковал. Все. О, и у этого чехла даже есть вот такая крышечка. Представляете? Чтобы одеялка не пылилась. Вот так вот ее кладете и затягиваете. Я сразу просто не увидела. Так, давайте откроем. Ой, какое оно красивое, даже с окантовочкой. Вот такое красивое одеяло. Оно идет с окантовкой. Здесь такой, вот знаете, как плотный шнурочек, как будто пришит. Вот так оно простегано волнами. Очень-очень легкая, ребят. Очень легкая, но я уже чувствую, какое оно теплое. Я еще думала заказать теплое, прям вот зимнее, или заказать всесезонное. Потом думаю, наверное, закажу всесезонное. Вот правильно, что заказала всесезонное. Очень теплое одеяло. Я его еще даже не упаковала в наши пододеяльники, а уже оно прям так греет. Ссылочку на интернет-магазин «Любимый Василек» я оставлю в описании под этим видео. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк. Всем пока-пока!